التوكل. Поговорим теперь об уповании, توكль. رجل من الناس يريد يحفظ القرآن. Например, какой-то человек хочет выучить наизусть Коран. يقول أنا متوكل على الله. И говорит, معتمد على الله. Я уповаю на Аллах, я опираюсь на Аллах. كيف نعرف أنه متوكل توكل حقيقي؟ Как мы поймем, действительно ли он, по-настоящему ли он уповает на Аллаха? بأمور ثلاثة. Мы узнаем это посредством трех вещей. هل أنت صادق في اعتمادك على الله أو كاذب؟ Во-первых, правдивым ли ты являешься вот в своей опоре на Аллаха или нет? يقول أنا صادق. Да, человек говорит, я правдив в этом. هل أنت واثق 100% أن الله سبحانه وتعالى ميسر لك حفظ القرآن أو تشك 1%؟ Веришь ли ты на 100%, что Аллах Всевышний облегчит для тебя изучение Корана, или ты сомневаешься? يقول والله لا أشك أبدا. Если человек говорит, я вообще не сомневаюсь. نعم. السؤال الثالث. Это и третий вопрос, который мы задаем. هل أنت تأخذ بالأسباب في كل يوم تحفظ تراجع؟ Предпринимаешь ли ты необходимые меры, то есть учитываешь ли ты причины, повторяешь, изучаешь каждый раз? هل لديك شيخ تعرض على القرآن يومياً؟ Если у тебя шейх, которому ты читаешь Коран. أو أنت تنام في كل يوم ولا تراجع؟ Или ты просто спишь каждый день и не повторяешь? يقول لا أنا مجتهد. Нет, человек говорит, я стараюсь, прилагаю усилия. أراجع أسمع على أحد المشايخ. Повторяю, читаю Коран кому-то из учителей. إذا هذا متوكل. Вот этот человек называется уповающий. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهو متوكل. Если вот эти все три условия в наличии, значит этот человек и есть уповающий. А иначе он не называется уповающим. Если человек опирается на Аллаха, уповает на Его, на Него, то Аллах Субхана ва Тааля дает ему все, что если же человек уповает не на Аллаха Субхана ва Тааля, такой человек несет потерю и неудачу и никому не принесет пользы.